еще раз проверяем, да? Голова расслабилась, погладила его, помассировала немножко, да? Вот он уже полностью целиком поддается, да? Теперь локтем формируешь вектор вот туда, прямо в шею и еще три позвонка вниз, потому что хруст может... Да, сюда? Вот сюда прям вектор твой. Ага. Не палец, а вектор. Я понимаю. Да? Потому что хруст может пройти даже до, до лопаточной области. А здесь руку, да, вот на вот эту шишечку, вот видишь, вот просто ставишь, чтобы на нее давить. Угу. Делаешь, да-да-да, без напряжений, он расслабленный. В этот момент глаза закрываю, чтобы больше передать чувствительность рукам. О, я поняла, как. Поняла, получилось, да? Ну, я просто почувствовала. Вот, а можно еще глубже, просто руку надо эту жестче, прям жестко туда. Внедряешь прям вот так, не в середину тела. Вектор сюда и как бы голову. Да, голову просто и... вот в сагитальной плоскости вот в этой. Получилось? Ну, я поняла. До конца-то пробую сделать? Нет. Или мне показать? Давай, покажи. Да? Ну, давай посмотрим. Человек готов, да? То есть смотри, в первый раз у меня вот так вот не дошла глубина, да? Я тут же руку подвинул еще глубже и схватился чуть ниже, чтобы, как сказать, рычаг приходился не отсюда, а вот отсюда, от этой шишечки, да? То есть моментально сразу сообразил и сделал чуть в другую сторону. Понимаешь, это тоже с опытом придет. С первого раза может и получить.